Гемоглобин был 90, он говорит, я 110 беру на операцию, вас надо оперировать, я вас не могу взять. Говорит, если Монте-Ка вас возьмет, езжайте хотя бы туда. Обращаемся в Монте-Ка, там тоже хирург говорит, ну мы не берем, как бы вас не такой, не видели острую нужду в этом. То есть операция, состояние не считалось к экстренной помощи, то есть помощь может быть неотложная, но не экстренная. То есть если она неотложна, у нас какое-то время есть поднять гемоглобин. Тут сработал вирус, гемоглобин не набирается. То есть мы все это время на анализах, сборы и так далее. В итоге доктор участковый говорит, ну гемоглобин плохо поднимается, надо бы гематолога консультацию.